мучение. Попытка номер два уже без шиншилл. Цель, чтобы попугайчики мне садились на руку. Но пока они мне только кусают, причем очень больно. Ура! Наконец-то меня не грызут. Но мне надо, чтобы они прям залезли на руку. Не бояться. Да, проверяют кормушку. Кормушки специально ничего нет. Они не голодают. Утром я им давала корм, они просто успели уже покушать. Девочка меня только что укусила, не больно. До этого она меня кусала прям больно-больно. Щипала так. А! Вот как сейчас. Ай. Ай! Больно! Ай! Конечно же, после этого я корм насыплю в кормушечку. Но мне очень важно, чтобы они походили по моим рукам. Ну, в общем, я упустила момент из-за работы, когда их нужно было приручать. Сейчас пока, ну, вот так вот сложилось. Нужно искать позитивные стороны. Господи, такое ощущение, что они вообще ничего не ели, но это неправда, они ели. Что ж вы такие голодные? У них боевые ранения, это они так друг друга дёбают. Сейчас вроде не дерутся, но бывает. Я консультировалась с ветеринаром, сказал, что все зарастет само. Трогать не надо, только надо мальчику клювик подрезать. Но в любом случае. Еще и дерутся. Ну вот. Типичная семейная парочка. Боже. Такие прям забавные. Купила им сегодня у кошки, они его заценили. Ура! Это первый раз. Я уже, наверное, 2 недели вот так вот с ними тусуюсь. Каждый день. Почти. И это первый раз, когда они не рискнули. Точнее, рискнули. Залезть мне прямо на руку. И сегодня первый раз, когда девочка меня укусила, не больно. Ну да. Расфигаешь зерно по всему полу, да. Ладно. Сразу больно.
Господи, вытеснила пацана. Бедный мальчик. Я довольная. Я очень довольная.